Ой, сори. Да. Привет. Господи. Мне сегодня нужно ждать снова, когда придут нам устанавливать машинку. Хочется уже, чтобы стиралку поставили. На часах сказали, приблизительно где-то через час придут. Посмотрим. Ну что, пришли хозяйка с ремонтником. Вот у меня здесь куча хлама. Здесь уже поставили машинку, причем вот впритык к унитазу. Я боюсь, что если она будет очень активно отжимать на 1000 оборотов, мне кажется, унитазу будет трындец. Ой, короче, все на соплях держится. Кран тоже у нас, вентиль этот, с него текло. Только что подкрутили. Залили мне тут все, короче. Грязища еще та. Короче, полы все. Я, в общем, нашла какую-то футболку. Кинула ее. Надеюсь, что сделают и будет работать, все будет нормально, потому что... Ой, хочу сегодня уже постирать. Они посмотрели, какой им нужен шланг для подключения в общую канализацию. И хотели они изначально машинку поставить сюда, вот в коридоре, вот в этом проеме. Хозяйка сказала, что якобы они меряли здесь расстояние, и машинка у них не влазила по метражу, а сюда в коридоре вполне влезла бы. Ну, в общем, померили сейчас при мне, и все, в общем, стало. Я буду в шоке, если они поставят, установят все, а в итоге она будет очень сильно долбить по унитазу. И это будет чревато, что мы будем срать в ванну потом. Ну, в общем, все, хозяйка ушла. Что вы думаете, установили машинку, но она стоит очень близко. Получается, здесь вот такое вот пространство остается. Раковину сняли, раздолбали все, именно, ну, прям вот раздолбали. Она стоит очень близко к входу. И это я ее так поставила, они ее... отодвигали именно туда дальше, но она не становится так, чтобы не шататься. Я уже пробную стирку включила, в принципе, вроде бы работает. Я еще выбрала ручную стирку, в общем, зря выбрала. Надо было вот это ставить. Обычно просто на 30 градусов ставится быстрая стирка, ну, на нашей старой, прошлой квартире. И, в общем, да, а я здесь занимаюсь, мою полы, потому что уже... пора бы. Размораживается рыба. Ментай. Хотите прикол? Пока я жарила рыбу, в общем, здесь был потоп. Я уже все убрала. Короче, натекло столько. Шланг в канализации, который он как-то выпрыгнул, наверное, от напора. Я два вот таких тазика вылила в ванну. В общем, короче, капец. Сейчас буду пробовать второй раз ее подключать и смотреть, как работает шланг. Может быть, даже придется его держать. Вручную я, в общем, плед этот не выстираю. Короче, я замахалась. Буду включать машинку и пробовать дальше. Буду ждать соседей, жарить рыбу. Встречу соседей рыбкой. Так вчера и не пришли хозяева, и не установили машинку, как положено. У нас еще потекла труба, с нее капает. Ну, а у меня сегодня продуктивное такое утро. Недавно буквально пришла с пробежки, побегали классно. Вчера у меня была тренировочка на попу. Мы через лесок бегали у нас здесь и видели белок. Они такие милые. Нельзя забрасывать, нужно хотя бы периодически, но продолжать заниматься. Живот надулся, попа сдулась, руки сдулись. Короче, такая опять бесформенная стала, некрасивая. И нужно приводить себя в порядок. Так что не забрасывайте никогда тренировки. Буду делать овощное. Морковка, синенький кабачок, два зубчика чеснока, шампиньоны, головка лука. Горошек я его не советую. Очень старый. Вот даже есть не очень приятно. Уже кинула грибы и морковку. И нарезала лучок, чесночок. И также порезала синенькие и кабачки. Такая вот красота у меня получилась. Очень сочно, очень вкусно.
вкусно. Всем приятного аппетита! Тест-драйв продолжается. Мне не очень нравится качество съемки, потому что видно все недостатки на моем лице. Вот на вытянутую руку, на всю, я снимаю себя. Я согнула. И близко снимаю себя. Вот такая четкость видео. Прыщи мои, все поры видны. Я надеюсь, не настолько будет убого это смотреться, как вижу я. Фотки вообще как отфотошопленные получаются. Заряжается очень быстро, но также разряжается очень быстро. Съемка видео по 10 минут. Она не предназначена тупо именно для видео, поэтому она так перегревается и поэтому так быстро садится заряд. Я сейчас собираюсь сделать буррито. Буррито, шаурма с теми ингредиентами, которые мне хочется. Помидоры, лук, сыра немного и вот такие вот колбаски вместо куриц, сосиски гриль. Thank you.